Всем добра, дорогие друзья! Манда Аманда, адвенчурер, приключенческая девочка. Это проклятая игра, которую мы с тобой играли 3 раза или 4 раза. Вышла, короче говоря, новая версия. И в этой новой версии мы с тобой можем делать это. Мы с тобой можем ходить теперь. Посмотрим дом, в котором мы с тобой находимся. Это обновление, последнее обновление по этой игре, потому что потом выйдет полная версия. И вау. Так, то есть я в этой комнате сижу, да? То есть у меня, в принципе, все стандартно. Рисую всякую херню на стенах, вот пиписька какая-то. Я соврал. Я был тем, за кем гнались, за кем следовали. Это все в моей голове. Я не могу спрятаться. Всегда смотрит, я не могу спрятаться. Оно смотрит. Вот это смотрит. Нет студии, нет людей. Кто сделал эти записи? Как много их? 8, 4, 13, 5... где они были сделаны. Есть что-то в этой кассете. Я ее слышу. Я понимаю, что за мной следят. Что это значит? Я вижу это везде. А что это делает у меня в чердаке? Ёпта. Не делай того, что она тебе говорит. Не дай им тебя забрать. Заткнись. И тут, наверное, какие-то... О, смотри. Какой-то... А, ну телевизор ребенка забирает, да? Ну это нормальная тема. Короче говоря... Выглядит как типичный дом стипендианта в универе. Так, ладно, пойдем. Посмотрим. Я не знаю, насколько сильно изменили саму игру. Мы ее проходили много раз. Я тебе все равно буду озвучивать, проговаривать. Вдруг ты смотришь ее в первый раз. Если ты не знаешь, что это вот по поводу этих игр. Я люблю яблоки. Ты любишь яблоки? Еба, я люблю яблоки. Нет, ненавижу яблоки. У меня аллергия на яблоки. Нормально. Тебе все равно нужно съесть яблоки, чтобы сдохнуть. Но мы даже не знаем, где яблоки купить. А ты знаешь, где яблоки купить? Яблоки. А вот он, магазин, я это знаю, но давай скажем нет. Ты знаешь, где яблоки купить? Нет, не знаю, на качелях, возможно, там они лежат на одной или правой, или левой. А ладно, походу не подходит. Ты знаешь, где магазин? Как бы еще так тебе насорить, собака? Никак не могу. Ну ладно, вот он магазин. Да, молодец. Вот ты умный, как ты догадался? Мы в магазине. Тут довольно мало людей, да. Смотри-ка, яблоки. Ты видишь яблоки? Можешь сказать яблоки? Маленькая теория, вот в этой игре как бы люди убирают, да? Людей убивают. Ну, в принципе, как и в любой хоррор-игре, людей убивают. Я не знаю ни одной хоррор-игры, в которой людей не убивают. Так вот. А вот это все, у чего есть глаза, это, видимо, души, которые в этой игре. Можешь сказать яблоки? Я хочу апельсины. Орен. Скажи яблоки. Бульба. Apple. Яблоко. А, больше игра мне не дает, но яблоко значит. Молодец! Теперь мы можем сделать яблочный пирог. Да. Мой любимый яблочный пирог. Так, хорошо. Ты чё, сука? Это было некрасиво, она просто выплюнула на меня. О! Двоечка, хорошо, хорошо, нормальное начало. Смотри, кассета, фотка. Девочка пытается задушить парня. На шее сидит у него, ясно. Так, ладно, хорошо, я могу это сломать? Нет, жалко. Я расстраиваюсь, когда я не могу ничего сломать. Уйти тоже отсюда не могу, ладно. Так, что нам, кассету нужно новую найти? Блин, диван такой отстойный. Так, пойдем. Давай. Эпизод 2. Эй, ты. У нас мало времени. Что бы ты ни делал, мне... Привет всем. Я Аманда. А я Вилли. Сегодня мы заебашим овцу. Но я овца. Давай, найди-ка нам этого мясника. Короче, она говорит о том, что мы бабку с тобой сегодня найдем. А бабка вегетарианец, поэтому мы ее убьем. Вот, смотри, мусор. Тоже у мусора есть глаза, то есть я так понимаю, везде все живое. Скажи нам, где мясник? Скажу. Мясник? У меня нет выбора, так что, ну, мясник, значит. Вот он. Ты как догадался, пипец ты умный. Здорово, мясник. А, мясника, кстати, зовут Итан. И он галстуки всякие тут нарезал. Можешь сказать, что нам нужно от него, от мясника? От мясника нам вообще-то нужно мясо, но я напишу лама. Можешь, что нам нужно? Нам нужно шерсть от ламы. Нам нужно я. Я не могу. Молодец. Я это сделал для пасхалки. Мы это с тобой уже открывали. Тут вообще довольно много секретиков интересных. Я очень надеюсь, что в полной версии игры автор не забьет на это.
Мясник очень неловко и медленно режет мясо. Похож на балду. А Аманда смотрит на овцу. Искра, буря, теперь ты мясо. Вот секретная запись. Хорошо. Так, нормально. Нормально. Окей, кайф. Так, давай. Эпизод секретный. Мы это с тобой смотрели тоже. Ага. Чья-то квартира. Аманда. Хорош. Лес какой-то. Ага. Аманда. 826. Справа там написано код. Хорош, хорошее мясо. Красивое мясо. Прекрасное мясо. А, Вилли. Это не я написал. Вилли здесь. Интересно, они сфоткали просто рандомную Google Maps? Это просто рандомное место или там что-то реально есть? В реальности это место найти можно? Бляха, мне постоянно страшно, что я сейчас спернусь, как эта ебака сзади меня будет. На самом деле это круто. О, два. Два. Еще одна кассета. То есть... Ты прав. Там у нас сокровища. Я думаю, мы рядом с сокровищами. Ты как, Вилли? Рад? Я сказал, ты разве не весел? Да. Да. Но мы не знаем, где именно сокровище там закопано, да. Наши друзья знают о том, что сокровище где-то здесь. Можешь знать, где находится сокровище? Вилли понимает, что ему все, ему трындец, его сейчас убьют. Видишь крестик? Нет, не вижу крестик, это все не крестики. Нажми на крестик. Мы хотим крестик, да? Она меня булит. Она заставляет меня делать то, что я хочу. Она притворяется, что она не знает, что делать, а на самом деле знает, что делать, и заставляет. Вот. Да. Там что-то слева было, видел? Как мы всю грязь уберем? Я принесла нам инструменты. Смотри, я взяла лобик, я взяла веревку, взяла лопату. Для двери мы использовали ломик, веревку мы использовали для отвисания, а лопату теперь используем. Что мы должны использовать? А что появляется там сзади? Блин, останови на этом моменте, напиши в комментах. Я не знаю, но я на монтаже посмотрю, но я не знаю, что там появляется, вот это иногда какая-то черная хрень. Давай я использую Аманду. Я не принесла Аманду. Что мы используем для того, чтобы копать, Вилли? Единственная вещь, которую мы можем использовать, это лопата. Поэтому что мы используем для того, чтобы копать? Мне не дают больше. Мне нравится NPC. Молодец, лопата. Теперь мы можем ее... Завались! Все! Мне надоело! Мне насрать, что ты со мной сделаешь! О май! Ты! Возьми эту запись! Уничтожь ее! Сожги ее! Что угодно! Но избавься от нее! Слышишь меня? Ты не можешь никому дать это посмотреть! Погиб героем. О, а это я не помню, было, нет? Это было? По-моему, было. Или не было? Он пошел, короче говоря, сжигать кассету. Пока что, по-моему, особых изменений не было относительно оригинала. Кроме того, что мы увидели сам дом. Ну ты аккуратно, ты иди, слушай. А ты, конечно, один пошел, да? То есть никого ни полицейских, ни друзей, ни маму, ни папу, ни деда, ни бляда. Никого не позвал. Запись. Ну, то есть кассета вот эта. Бляха. Я бы не пошел в лес. Я бы очканул. Так, он пытается поджечь, чтобы сжечь эту кассету. Поджечь палки. Не может заставить себя. Не может заставить себя. Блин. Пыжится, не получается. Я тебе говорю, burn.
слабый, слабовольный. Ну ясно, поддался бабам, короче. Все, не будет сжигать, потому что Аманда так сказала. Ну, конечно. Девочка СМР тебе на ушко пошептала, и все, ты больше сопротивляться ей не можешь. Смотреть. Укол. Все, передумал. Ну, я тебе говорю. СМР убедил его. Да, это, по-моему, никак не изменилось относительно предыдущего. То есть, парень хотел сжечь, но у него не хватило силы воли. Yeah, hey, да, эй. Yeah, no, я нашел. Yeah, just, да, я нашел место. Да, оно было yeah, возле far, шоссе. Ага. Че? Че? No, I don't think so. Не-не-не, я думаю, ничего who'd не осталось. Кто за мной шел? No, nobody was there. Никто за мной не шел. The tapes are all destroyed too. Да, все записи уничтожены. Все, каждая до одного уничтожена. Yeah, no problem. Не-не-не, проблема. Listen, it's getting late. Уже довольно поздно. I really need to get home. Мне нужно домой. I got work tomorrow. Пойду завтра работать. I'll call you when I get back home. Давай, yeah? Я тебе позвоню, когда вернусь. Ах ты врушка. Cool. Okay. Have a good night. Ах ты врушка. Fuck you soon. Fuck you soon. Ах ты... Ой. Понял? Вот так вот друзьям верить. Вот так вот верить друзьям. Он поверил своему другу, а друг не сжег кассету. Мне страшно поворачиваться постоянно. Окей. Не сжег кассету, прикинь. 2-3-2. У нас с тобой все больше и больше. 2-3-2-0. Окей. Так, а где еще кассета? Это? Ага. А вот эта кассета. А, это кассета, что выпала сейчас. А, ну все, это секретки у нас закончились. То есть она сейчас будет пытаться к нам с тобой забраться. А у нас же с тобой сказано. Поздно. Давай домой пойдем. Сначала СМР мне на ушко, а потом домой пойдем. Домой, смотри, домой. Wait to the house. Давай домой. Knock on the door. Постучись в дверь. Нет. I want to... Я хочу к тебе домой внутрь. Let me in. Пусти меня. Но у меня нет выбора. Ладно. Мне всегда этот звук, сука, напрягает. Меня всегда этот звук напрягает. Давай введем 2-3-2-0. А, я понял, никакого смысла. Слушай, ну присуха у него классная. И все. Но, если я правильно понимаю, не все. 2-0-2-3. Я был как ты, я думал, что это весело. Тебе надо было слушаться этой овцы. Ты теперь не в безопасности. Тебе нужно приготовиться. Ты должен быть готов. Не позволь ей войти. О-хо-хо. Скажи привет. 23. Ясно. У меня камера вырубил. Аманда! Сволочь! Ну что я тебе скажу? Прикольно. Прикольно выглядит то, что я вижу. Я бы хотел, чтобы больше вещей изменилось. Я бы хотел, чтобы изменилось прям основательно. Потому что игру мы проходим уже третий раз. Изменения такие. Милипистики, вот эти, конечно, маленькие, но интересно все равно. Выглядит гораздо криповее, когда я могу оборачиваться назад. И было бы здорово, если в какой-то из моментов все же было что-то, что там что-то появляется. Хотя, может, что-то появляется, просто там мы с тобой не видим. Ну, а так ждем, да, ждем полную версию, поиграем в нее в 23-м году. Аманда народу понравилась, так что кайфулинг, должно быть все окей. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляйся комментарии. Увидимся с тобой завтра. Уже завтра я должен видео выкладывать нормально, но пока на этом все. Всем пока. До скорого, ребят. Удачи.